ФСК ЕС теперь успешно используют телеуправление. Это современный способ дистанционного управления подстанциями. Для этого в Центре управления сетями установлен оперативно-информационный комплекс российского производства. Он отображает изменения состояния оборудования в режиме реального времени и имеет возможность удаленно управлять оборудованием подстанций. Реализация этого проекта обеспечила более надежное функционирование электросетевого комплекса города и повысила оперативность работы. Персонал федеральной компании модернизировал все каналы связи, как резервные, так и основные. Все они переведены на цифру. Сократилось время производства оперативных приключений. Значит, ликвидация аварийной ситуации тоже сведена до минимума. То есть любое нарушение ликвидируется мгновенно. В том числе благодаря телеуправлению зима в Сочи прошла без сбоев. Кроме того, в рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок федеральная сетевая компания отремонтировала в Южном федеральном округе более 390 километров линий электропередач, более 600 силовых трансформаторов и порядка 2000 единиц коммутационного оборудования на высоковольтных подстанциях.